Генеральный партнер проекта – компания «Сидек». Семена от «Сидек» – урожайная грядка в любом регионе России. Здравствуйте, я Сергей Богатский. Это рубрика «Джентльмен удачи». Сегодня подборка томатов и перцев. Расскажу о необычных сортах и гибридах, которые можно выращивать не только на дачном участке, но и дома. Думаю, еще раз нужно остановиться на серии «Конфетки с грядки». Это сорта и гибриды, которые очень любят дети из-за яркого цвета и сладкого вкуса. Их очень удобно срывать прямо с куста и кушать, потому что они очень сладкие. Вот предлагаю сегодня томат «Черное кружево» и томат «Черная жемчужина». Это гибрид. Вот за что они мне нравятся? Да, во-первых, за цвет. Великолепный, с такими загадочными шоколадно-красными переливами. Похоже на спелые вишни. 25-30 граммов у таких плодов. Ну и на кисти 16-20 томатов получается. В общем, одно удовольствие видеть в своей теплице такие томаты. Эти гибриды отличаются высоким содержанием сахаров, ликопина и антоцианов. Очень сладкие, с насыщенным томатным вкусом и десертными нотками. Можно есть сразу с грядки, ну или отправить их в консервацию. Ну и добавьте вот в такие томаты, в банку с такими томатами, другие разноцветные томаты черри. Это будет очень красиво и вкусно. Удивите всех. Расскажу о необычных сортах и гибридах. Это каспары. Каспары неприхотливы. Растут в открытом грунте и в теплицах. Очень урожайны и очень устойчивы к болезням. Каспары отличаются вытянутой формой и сочной мякотью. Гибриды устойчивы к вертицеллезному и фузариозному увяданию. Грибковые болезни, кстати. Ну и самое главное, что эти томаты не растрескиваются. Их удобно нарезать дольками для салатов или консервировать цельными в собственном соку. Гибриды каспар, каспар 2, каспар полосатый. Кусты от 45 до 90 сантиметров. Отличить их можно вот по такому яркому красному носику. Но а то, что эти томаты с плотной кожей, но хорошо отделяемы. Каждый плод практически где-то грамм 140. Но особенно мне нравится томат каспар полосатый. Чем нравится? Да, конечно же, цветом. Красные, ярко-красные плоды с оранжевыми вкраплениями. Ну и по всему плоды такие желтые полоски. Теперь томаты для окошка. Все эти сорта компактные и скороспелые. Идеально подходят для выращивания на окне, балконе, веранде и даже на цветочной клумбе. Один из лучших вариантов для тех, у кого нет огорода, но очень хочется своих свежих овощей. Начнем с сорта «Пиноккио». Томат очень компактный, 25-35 сантиметров у него высота, 20-35 граммов плоды, и он просто усеян этими плодами. Томаты ярко-красные, блестящие. С одного куста можно собрать одномоментно 50 штук точно. Следующий томат – «Флорида Петит». Коротышка, я бы сказал. Сантиметров 30 он вырастает. Я его выращиваю в большом кашпо на балконе, но его можно высаживать и в небольшие горшки. Он все равно даст большой урожай. И плоды всего 25-30 граммов, не более. Томат «Мини-Белл». Его сравнивают с новогодней елкой за темно-зеленую листву. Почти конусообразный, но а вместо игрушек, новогодних игрушек, это ярко-красные плоды по всему кусту. 50-60 штук обеспечено. Завершаю подборку острыми перцами. Они незаменимы для консервирования. Их добавляют в различные соусы, в различные блюда, которые придают пикантность. Но особенно интересны эти перцы в классическом лече. Каенский классический.
Родина этого перца – Южная Америка. Это среднеспелый сорт, один из самых острых. Поэтому при работе с ним необходимо проявлять особую осторожность. Масса всего 30-40 граммов, но этого достаточно, чтобы добавить в любое блюдо уникальный перечный аромат и жгучесть. Для тех, кто любит не слишком острое, есть сладкий перец. Букет Востока с пикантным полуострым вкусом. Плоды у него достаточно толстые стенки, до 4 мм, ну и ярко-красные. Я люблю их за умеренный вкус. Они не очень острые, с приятной сладостью и легкой кислинкой. Необычное сочетание вкусов, кстати. Именно перец такого типа используется для сушки и приготовления паприки. Обязательно попробуйте. Семена Сидек – это урожайная грядка в любом регионе России. Компания Сидек реализует семена собственной селекции и зарубежных производителей. Это всегда высокое, проверенное качество. Заказывайте семена в интернет-магазине Сидек или спрашивайте в магазинах нашего города. На сегодня все. С вами был Сергей Богацкий. Это рубрика «Джентльмен удачи». До новых встреч. Пока. Генеральный партнер проекта – компания «Сидек». Семена от «Сидек» – урожайная грядка в любом регионе России.